Презентация инновационных проектов прошла в неформальной обстановке на площадке технологического пространства Smart Point. Это были еще и жаркие обсуждения самых актуальных вопросов развития стартап-среды. Ведь на сегодня Алматы – флагман по внедрению цифровизации и производит половину всех IT-продуктов страны. К примеру, в рамках концепции «Умный город» реализуются проекты в сферах безопасности, общественного транспорта, образования и здравоохранения. Это крупнейший рынок для креативных предпринимателей и стартаперов. Все эти бизнесы становятся возможными благодаря тому, что, опять же, государство создает условия, стимулирует, а сегодня тем более программа цифровизации. То есть это повестка, о которой президент говорит всегда, везде. И это работает. Мы сейчас разворачиваемся в сторону бизнеса, ну, и бизнес он начинает появляться. С трибуны пространства Smart Point алматинские стартаперы презентовали 8 проектов. Это сервис по предоставлению информации о грантах и стипендиях в вузах мира, неупусти.нет, кассовый аппарат в виде облачного решения веб-касса, онлайн-бухгалтерия «Бухта», система распознавания документов и лиц «Вериграм», онлайн-платформа финансового учета «Тургай», сервис по проверке и оплате штрафов «Окей-авто». На сегодня в базе программы зарегистрировано свыше 500 000 пользователей. Фишка приложения в том, что есть специальная функция, которая сразу уведомляет автовладельца о штрафах. Если у него появился новый штраф, он уведомляет ее в течение там, дня-двух дней о том, что у него появился новый штраф, благодаря чему клиенты могут оплатить штрафы в течение первых 7 суток с 50% скидкой. Да, они не забывают про это. Очень полезное приложение. Также он сейчас уже уведомляет об дате окончания техосмотра. Сейчас уже ведутся работы с страховой компанией. Скоро будем уведомлять о дате окончания страховки, ну и так далее. На встрече Бауржан Байбек подчеркнул, что акимат Алматы готов проводить такие встречи регулярно. Это нужно для получения обратной связи и решения практических задач. К примеру, основатель компании «Релок», предоставляющий сервис по оптимизации транспортной логистики, поднял вопрос о сложности сотрудничества с компанией «Тартып». Глава мегаполиса поручил соответствующим управлениям рассмотреть возможность применения IT-продуктов компании в коммунальных службах города для повышения их эффективности. Мы планируем дальше расти в сторону России, Украины и Беларуси. Технологическое пространство Smart Point – это своего рода IT-хаб. Здесь базируются 40 компаний, работающих в сфере высоких технологий и креативного бизнеса. Центр открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Амина Абдрахманова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.